Привет, муховязы, подписчики и гости моего канала. Свяжем мы сегодня мушку, так называемую конь, но с капроновой нитки. Привет, Артём. Вот смотри, как делать, если нет конского волоса. Мушка рабочая. Сейчас вот как раз осенью она очень хорошо работает. Носик ярко-оранжевый. Неон БНТ оранж. Прихватили носик. Крепим нашу капроновую нитку. Вот именно из этой капроновой нитки я делаю свою монтажку, распускаю на три части ее. Вожжи Модера Аэрофил 9950. Миллиметрик не доходим до жопки нашей. С одной и с другой стороны. Пленка от Марси Twin Skin. Номер ТСК B089. Хорошая очень пленка. Не дешевая, правда. Но она такая структурная. Подрезаем конусок. И крепим той стороной, наружной стороной, не которая приклеена к подложке. Та сторона, которая приклеена к подложке, на ультрафиолете светится молочным светом. Вот если фонариком посветить, она вот молочная такая, а вторая нет. Ну и все, доформируем наше тело конусом. Монтажку убираем. И начинаем формировать нашу муху. Два оборота по носику, один оборот за пленкой. Притягиваем нашу первую вожжу. Вторую за вожжами нашу пленочку. За пленкой
ввожу одну, вторую за вожами и пленочку притягиваю. За пленкой вожжину одну, вожжину вторую, за вожами оборот и пленочку. Опять за пленкой крепим, вожжу одну, вторую за вожжами, подтягиваю маленько пленочку. Блин, уже зацепилась. Пленочку. За пленочкой. Ну и крепим. Головка. Не треть вино. Прикрепили наш капрон. Прикрепили вожжики. Обрезали. Вот то, что оно завернулось, надо их назад или скрыть под ниткой, так вот. Крепим нашу пленку. Натянули. Обрезали, подформировали головочку, ну и хакал коричневое перо. С одной стороны бородки счистили. Крепим к мухе. Один оборот. И закрепили. Обрезали лишнее. Контрольный узелок. Ну и все. Лачим нашу головку. Лачим аккуратно, чтобы не попасть на пенку.
с одной стороны, с другой. Лака не жалеем. Вот пробовал эту муху делать с конского волоса, она не работает. А вот с капронового нитки, с капроновой нитки просто замечательно. Ну и все. Мушку на сушку.